судебный пристав исполнитель Одинцовского районного отдела судебных приставов. Работа судебного пристава сопряжена с высокими нагрузками. Ежедневно сотрудники обходят десятки квартир. По каждому адресу – должники. На одного пристава приходится около 2500 дел в год. И одинцовские стражи закона блестяще справляются с выполнением этой задачи. Благодаря вашей деятельности, благодаря вашему труду и налоговиков мы пополняем казну нашего муниципалитета, из которой потом тратим деньги на школы, на поликлиники, на дороги, на детские площадки, на всю социалку. Поэтому, когда вы проезжаете и видите какое-то новое футбольное поле или детский городок, вы можете с чувством собственного достоинства сказать, что и ваша деятельность, ваша работа приносят такие плоды. Глава округа поблагодарил приставов за то, что они держат на особом контроле вопрос с долгами за жилищно-коммунальные услуги. С начала года по услугам ЖКХ в принудительном порядке уже взыскано 83 миллиона рублей. Еще практически столько же удерживается из доходов должников. Также стратегической задачей приставов остается исполнение судебных актов по взысканию обязательных налоговых платежей. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».